Здравствуйте. Это мое первое видео. И я хочу пожелать вам удачи. Сейчас я буду собирать Лего Hero Factory приз а-ля машин. Артикул назови мне. Что за артикул? Номер набора. Номер набора 44027. Что-то не угукаешь. Так, мы сразу столкнулись с проблемой открытия. А с другой стороны, по-моему. Я нашел. Но тут нарисованы ножницы. Все, обзор отменяю. Погоди, у вас есть что-нибудь острое? Отрубай. У меня есть ключи. Возьми ключи, да, вот. Ну и все, рви теперь. Дурак. С другой стороны, по проси, может, какой-нибудь тёлки ножницы. Гриф, есть такого ножницы? Да, это тебе поможет. А вдруг реально бывает? Так ты вот тут, по-твёрдому, ебать, вот тут. Да не здесь, это оно открывается так. Да и хуй с ним. Зато открывается. Вон там же надрыв есть. А? Ну все, можешь отрывать. Видали, блядь? Помогло нам. Так, инструкция. И даже, что вообще в коробке? Даже комикс. Ты должен показать в камеру. Заткнешься? И листать, когда, типа, вот здесь у нас комикс, типа, там, инструкция по сборке. Да. Угу. Смотри, что рожу видно было. Его рожу видно. Дальше. Ну все, можешь пролистать уже до конца, заебал. Так, что еще у нас? Так, теперь. Ну, конечно, непосредственно сам набор. Один пакетик? Нет. Вот такая штука. Крест нахуй, какой-то. Нормально. Нормально? Да. Нормально. Это наклейка? Это... Ну вы сами посмотрите, дорогие зрители. Может, вы знаете, что это такое? Ну там в инструкции должно быть. Ну теперь приступим непосредственно к сборке. Каждый, кто будет собирать, я желаю вам удачи. Что это такое белое? Коробка какая-то. Высыпи все детали, блядь. Все обзорщики высыпаются. Так не открыть пакет. Ножом, блядь. Тихо, только не просыпь нихуя. Зачем ты меня положил? Стол немного грязный, может быть. Но этот пакет я пока... Хотя все открою нахуй. Сразу. Он сейчас мясо сделает. Главное, чтобы не налетели байкеры какие-нибудь. С Марса? Да, хотя бы с гей-баром. Все, до конца. Я предупреждал. Я поймал. Что-то улетело, по-моему. Я поймал. Надо оградить сборочную площадку. Я еще ем. В смысле ты еще ешь? Ну, это еще надо. Так, чтобы ничего не улетело. Теперь начнем сборку. Сделаешь лицо, как у Макс Пейна? Блин, как он? Нет. Это вообще не Макс Пейн. Так, начинается все. С этого. Ну, просто надо было закрепить деталь. Не подумай. Не обязательно показывать в камеру все, что ты собираешь. Вы за каждую детальку. Оператор, вы заткнете свои ебани вообще? Я не оператор. Это должен быть ребенок. Это ребенок еще. Сука, ты требуешься. Можно я вот это соберу? Можно. Можно? Да.
Да, посмотри тут. Там ебаные подростки пришли. Блин. Так, так, пацаны, кажется, вот так собирают. Так. Ну-ка, дайте инструкцию. Я так угорать буду, если он не сможет собрать. Я яйцо собирать буду. Следующее идет тело. Во, охуенно. Я яйцо собрал. Смотрите, что пока в коробке. Да минор. Там цели стыкали, чтобы, блядь, понять, что это говно полное, умереть. А, вот он. Что это? Лёша, снимай это дерьмо. Что это? Зачем это? Чтобы умереть, нахуй. Это веревка. Деревка с картонкой. Уберите тогда. Ну это по идее. Это, там у него шкатапульта какая-то. Ты собрал его уже? Нет, он не может найти. А сюда что? Паука я собрал, погоди. Его надо засунуть вовнутрь. Ну засунь. Вот там же так было. Все, нахуй. Вот это нахуй навсегда. Он не соберет его никогда, что? Он еще на людей косится. Только он не до конца собран еще. Но... Так ты до конца собери хотя бы чуть-чуть. Там еще какая-то красная залупа должна быть. Да, на нем. Надо вот эту. Да это не важно. А, вот она, слышу. Вот эту прилепи на середину. Сейчас. Сейчас надо. Он на людей косится так. Они на меня косятся. Ты что такого, господи? Мне вообще похуй. Подумаешь, ребенок собирает. Тебе не похуй, раз ты косишь. Ну, я просто смотреть, коли палец. Да вот эту приклей. Забыл про нее. Извините. Связь прервалась. Неровно. Она тупо клеится? Набор, блядь, для скольки лет вообще? С 7 до 14 лет. Ну чё, блядь? 19-летний человек не может собрать первую, блядь, детально, первую фигуру. Ну, короче, более-менее прямо. Он двигается вообще. Так, чё следующее? Бля, жёсткий это. Жёсткая фигурка. Всё двигается, как живая. Так, яйцо мы собрали. Только чё ему за спину надо что-то ещё прилепить? Теперь приступаем к сборке. Там его рожа видно? Да. А почему должно быть видно мою рожу обязательно? Это самое важное. Блин, ты должен поддакивать ему, мычать. Да. Но я не хочу. Так он ничего не спрашивает, что я должен, просто так типа? Так не, как на том видео, типа, ага, да. Так он спрашивал. А, он спрашивал? Я не помню. Он, по-моему, показывал фигурку, такой, типа, видно, и мама такая, Ну ладно, давайте повторим за ним. Видно? Ага. Угу. Чё? Блядь. Ну и гандоны, пацаны, конечно. Хотя этого малого не было, видно. Это было бы жестко, если он так говорил. Блин, он же психопат, блядь. А всё под контролем. Так, следующий идёт. Когда он психанет, короче, её разъебошит, то есть... Фу, вот так вот идеально. Видно все. Если б не мой ссаный стакан. Кажется, вы в тупике. Не-не, подождите. Все пока хорошо. Мне кажется, за полчаса он не соберет. Но он за всю свою жизнь не соберет его. Не крепко. Это точно так должно быть так? Собирать. Так, зачем ты вот это собрал?
Ну так было. С этим не дошли, ничего не пока нет. Можете мне помочь вот с этим, дорогие зрители? Чего, чего там? Первая самая картинка. Это та деталь? Дай мне. Это она? Еще одна маленькая. Подожди, как она? Хотя нет, это две маленькие. Вот так. И это вот так. Блять, два 18-летних и 18-летний, 19-летний не могут собрать детскую игрушку. Сейчас все будет готово. Ты сам-то не соберешь нихуя. Вот так вот. Так я не хочу. Нет, действительно тяжело. О, красава вообще. А вот так вообще должно? Надеюсь, что так. Ну это типа щиты на колени. Вообще. Типа это щиты на колени, на руки. Не, ну в другую сторону. Или нет? Пух перевернули. Короче, насрать. Делай вторую такую, что тащи ноги или что? Надеюсь, это все будет слышно. Ну что, вот Васек говорит. Да, наверное, слышишь. Но я камеру еще не испытывал. Ладно, хорошо. А давайте оставим так. Конечно, там вторую такую же надо сделать. Второй такой нет. Там, кажется, X2 было. Тебе рот не заткнуть, что ли? Ты держишь съемщик. Там 2X, там надо... 2X это это, две штуки. Так нет, в смысле вот, на первой картинке. 2X, два таких надо сделать. А он еще не собрал до конца, так? Да. Рот не заткнуть, он вот эту не собрал. Это съемщик, блядь. Да, ты оператор, ты знаешь. Ага. Хороша. Угу. Опа. Так и должно быть? Не знаю, честно, дорогие телезрители. А зачем ты... Телезрители. Да? Реально надо канал создать. Зачем две такие? Да мы здесь на днище засунем сразу. Типа еще один обзор, блядь, там носку всякого дерьма. Бля. Хотя при чем Мэдисон? Мэдисон вообще никто. И реально сейчас, знаешь, только сзади Мэдисон только проходит. А что со мной будет? Может, он вверху? Ну, именно это он и сделал. Это надо наложить сзади, короче, эффект, типа, Мэдисон только мимо идет. Знаешь, как в этом, типа, жирный Мэдисон, где он такой подходит? Приходит. Ладно, Мэдисон, извини, я шучу. Вот, так бы сразу. Блять, сука. Готовая одна деталь. Нет, одна из глаза выпала, ублюдок. Сука, Вася, дальше сложнее будет. По образцу, чувак. Такую же тебе надо сделать. Дальше будет только сложнее. Завязывай сальто. А я, кстати, это... Я хотел оторвать. Новые гандоны, пацаны. Такого не было в видео. Блять, можешь заткнуть свой пасть вообще под ноги? И где там дыра, блять? О, блядь, железную дорогу собрал. Курская? Я выиграл железную дорогу. Курскую железную дорогу. Что, думаешь, оторву и она не вылится? Нет. Отвечаешь? Наверное. Ну, если что, я на тебя. Сейчас сосешь, да? Черт. Сосешь, мразь? Я выиграл пирог с вишней, блядь. Хочешь пирог с вишней, Вася? Можешь, блядь, не говорить? Не, если ты соберешь, я тебе подарю. Я не нуждаюсь в вашем пироге. И где его получить, нахуй? Наверное, в Макдональдсе. Так пиздуй за ним. Сначала он должен собрать. А кто его будет есть-то? Я не хочу. Я тоже. Даже на халяву. Вон в ребенка кинь. Ты дома так же сегодня собираю? Ты бы видел, как я дома собираю. Бля, прикинь, он бы взял маленькие лего эти. Не такие здоровые, а просто брики всякие. Пацаны, вы ебанутся? Бля, дети 7 лет с этого собирают. Он не собрал бы эту звезду смерти, которую я... Я бы собирал, просто я бы сутками собирал.
Ты бы ее не собрал. Да иди домой. Ну, блядь, сука, ну все не так сделаешь. Подожди, мне кажется, я не ту деталь влепил. Ты вот именно влепил, ты не туда, и все. Тут черная должна быть, а я... Все, вот так нога должна быть. Подожди, все правильно? Да. Но она не черная, она коричневая. Ну и хуй с ней. Как она вылупляется вообще? Бля, не знаю. Вылезает оттуда. Вот это зачем? Ну как успехи? Ну как видите? Что это? Ты вообще правильно делаешь? У вас там еще в два раза больше деталей. Тебя не бьет вообще? О, пошли дела. Че, сложно слишком? Это ведь та же самая нога, нет? То, что ты делал. Нет? Так. Это ведь она. Да. Это ведь вот эта деталь. В смысле? Здесь малые просто охуевают, проходят мимо. Так они еще гараж будут. Вот тот парень, он бы собрал. Они будут подходить такие, типа вот так вот собирать, да? Да, я понял, я все понял. У него три руки, типа. Четыре. На самом деле нет, пока оставим все так. А, ну да, все нормально, мужики. Три штуки? Все, мужики, все в путем. Пульки, блядь, пялишь на меня, хватит. Вот чем Magic Mom занимается. Где треки, блядь? Это наша репетиция. Да. На самом деле, наш гитарист сказал, что мы не будем ничего писать, пока он не соберет Лего Чима. Поэтому мы никогда ничего не будем писать. Да. Это не Чима. Это Hero Factory. Я до этого момента не знал разницы. У вас паук отлепился. Спасибо. Так, блядь. Мужики, вы, блядь, меня сбиваете? Может, тебе помочь? Хорошо. Найдите мне вот такую еще одну деталь. Угу. Вот, вот эту серую? Да. Может, ты ее проебал как раз? Или какую-нибудь малую тебя спиздил? Скорее всего, деталей нету, блядь. Ты уверен, что их две надо? Нет. Да вот здесь, если что, написано, какие надо детали и сколько штук. Хорошо, спасибо. Это твой первый опыт, да? Да, блядь. Оно видно. А вас вообще-то не спрашивают. Мразь. Ты ее испачкал так, Лео? Да, такая была. Может, испачкать. Сколько он прошел в процессе уже собирания? Не знаю, процентов 11. Уже 20 минут прошло. Смотри, я, по-моему, этот чувак сюда крепится. Да как в этом, сука, в пирамиде. И кто же так... У вас под ногой, сэр. Ну, я не знаю. А на фоне Васька жрут люди. Реально такая непринужденная атмосфера. Ну это как обзор, типа, такой. Я думал, я снимать не буду, но я снял. Да. Вообще нереально придут. Малой, ёбан. Да, ты вообще тупой совсем, Вася. А нет, они прошли мимо. Тебе повезло. Спрашиваешь, за что? Как ты сам думаешь, блядь?
Мне надо чек забрать. Нахуя? А вдруг меня наебали и там больше денег сняли с карты, чем надо было? За чек? Вроде Васёк, он тот поднос его унес. А поднос унесли уж. Ну... Вася молодец. Я хочу пожелать... Удачи вам. Ему удачи. У вас вообще ебёт? Что вот это такое? Зачем оно нужно? Оставь пока. Ну, по идее, это наклейки. Там не было про наклейки ничего. Это надо ему на глаза клеить там. Тебе надо ебали как-то. Бля, я вот думаю, можешь тоже купить? Ты же, блядь, так же сидеть будешь. Не, я дом соберу. Либо подождать бионику. Как ты думаешь? Да мне похуй. Так, шла 21 минута. Он как злой гений, ты посмотри на него, блядь, прическа, безумное лицо. Что-то там стряпает. Безумные действия такие. Блядь. Он же психопат. Они же одинаковые. Но эти вставляются лучше. Зачем ты загибаешь его? Положи так. Хорошо. Вам лучше стало, Дэдо? Да. Все, блядь, дурак. Я Милорд. Вообще. Милорд мой кот, блядь. Но дураком вы это я его так назвал. Я могу забрать у него это имя. Не можете нихуя. Просто я бы так своего кота назвал. Вообще, это не мой кот. Это кот моей сестры. А хули он у вас живет? Вас хуй его знает. Он всю жизнь тут живет, наверное. То есть она к себе домой его вообще не приносила? Нет. Это правильно. Зато у нее другой кот есть, свой. Который пиздит еду у собаки. Ее же тяжело его держать. Да не, держи, он ёбнется. Слабак ебаный. Он ёбнется, Лёша. Нормально. Ты взялся работать оператором? Изволь. Мы тебе, блядь, деньги платим не за то, что ты наставил. Ты мне, мне нихуя не платите. Вот об этом говорить не обязательно. Еще в камеру. А про то, что вы мне деньги платите, известно. Было обязательно говорить? Такое чувство, что я в астрале сижу. А была водку брать. Представляешь, что это, блядь, Господь Бог, который строит мир, блядь. Вот это Господь Бог? Да, я строю мир. Представь, если бы он такой был. Вы такого не заслужили. Он слишком хорош. Если бы наш Бог был таким бы, я бы не знал, почему так много религий. Вообще бы мир не прожил бы так много. Я спон был? Да. Мы бы жили в мире. Мира бы не существовало, если спон был создатель. Он бы забил хуй. Бля, слишком сложно. Я бы таких создал чуваков. Ну ты бы сам бы охуел. Вот что с нами было бы, если бы он был создателем. А ты правильно приклеил? Просто мне кажется, это, должно быть сзади. Это нога вообще? Не знаю. Так это клешня. Это... это похоже на то, что он, блядь, пытается собрать. Она должна быть снизу, это третья нога, Вася. Заткнись, пусть так будет. Я думаю, лето закрывают. Я думал, сгали три уёбка, которые сидят и собирают Лего и Hero Factory. Съебали отсюда.
Реально безумные взгляды такие. Тебя никто не обидел. Блять, психопат. Я бы сейчас на паровозе на этом уехал. Сними паровоз, он едет. Не, его там не видно. Не видно? Ну а хотя бы я его вижу. Вот если бы он здесь проехал бы и всех снес бы. Нет, а он снес бы эту фигурку, и он бы заново ее собирал. Так уже полчаса почти прошло. 26 минут прошло. Набор для детей от 7 до 14 лет. Да. Напоминаем, Васе 19 лет. Для кого напоминать? Кто-то будет смотреть, блядь, какого? Я это смотреть буду. Кто-то будет смотреть полчаса, как этому ублюдок собирают, блядь, Hero Fatcat. Слушай, может быть, на самом деле все не так легко. Потому что сейчас чимом в моде, понимаешь? Hero Factory, это же не то. Прошлый век. Чему? Чима никого не заинтересует. Точнее, Hero Factory. Сиделки сейчас сидят на этом. На чимоциклах, да. На чимочленах. Ой, смешно, поделал. Потерял что-то? У тебя, по-моему, под шапкой что-то было, не? А, не, мне показалось. Что ты ищешь? Смысл жизни, блядь, сука. Он его не найдет. Я уже нашел. Вот оно. Знаешь, нужно потом в конце включить наши эти... Блядь. Надо грустную музыку включать уже. Так нет, не грустную музыку. Знаешь, типа, в конце всяких сериалов, типа, там люди сидят такие на креслах, такие говорят, типа, о их ощущениях. Нужно нам с тобой там тоже так сесть в конце этого видео. Блядь. По-моему, из видоса уже и так понятно, какие да, ощущения. Да не, не, эти ощущения не передать. Знаешь, я вот на самом деле ехал только ради этого. И ведь не зря. Очень самое сложное начать, пацаны. А-а-а. Значит, это было не самое сложное. Надо на эту штуку наматывать. Надо будет завязывать. Ты умеешь завязывать, надеюсь? Посмотрим. Ее проденешь? Завяжи ее узлом. Узлом завяжи. Он хочет посмотреть, как завязывать узлом в инструкции. Я хочу вливать. Я хочу домой, да. Блять, это пиздец. Стал завораживать зрелище. Сколько еще узлов мотать? А сколько ты замотал? Один. Думаешь, блядь, ну, так два легко? Еще. Думаешь, так легко, блядь, нахуй на... Так один замотает. Ты не узел вообще сделал? Ну, я перемотал за стену. Ну, нужно еще раз так сделать, чтобы узел был. Одного хватит.
Ну что там опять размотаются? Да, это уже в дороге будет. На дороге же мы не будем снимать. Ну. Или вы хотите снимать всю дорогу? Не, надо было так снимать, как только мы сюда приехали. Да. И потом нарезку. Это как в Ижевск приехали, не? Ну да. Где столицу. Правильно. Пацаны, это вообще нереал. Мне пальцов не хватает. О, это наклейка. Хочешь? Да, и... Наклей ее на руку и покажи потом, что у тебя пирог. Наклей ему на лоб ее. Только на халяву может покушать пирога. Он прячет пирог в черепах. Пацаны, мне никак. Да, я сбежу. Еще ебал. Потому второй... что этот ад закончился. А ты что ты? Что ты сделал-то вообще? За всю свою жизнь ты вот это смог сделать? Вообще-то да. Это все, чего ты добился? Да попробуй сам ты, а ты? После тебя как-то очень тяжело продолжать. Там, блядь, доты висят всякие. Кто? Доты висят. Какие доты? Порчи, блядь, там проклятие. Так ты узел и сделал или нет? Нет, один раз перетянул. По-моему, там два раза. А, нет. Нет, продолжай. Так он без... Или тебе нужна это? Мне нужна. Ща. Почти готов. Собери вот эту деталь, Вась. Одного узла хватит или тебе еще? Ну, как по-твоему супер прочно? Да и так вроде надо. Че, ты сделал узел? Да. И? После него, представляешь? Это было, наверное, супер тяжело. Да. Блядь, 32-я минута идет видео. Все, наворачивай. У нас уже люди странно смотрят. Да мне пуху вообще. Мне тоже. Я хочу увидеть, как он соберется. А синяя штука зачем? Синяя штука затем. Это типа это рычаг. Это пушка какая? Нет, это рычаг, который ее разматывает и заматывает. Синяя? Да. А вот такая синяя штука в биониках, по-моему, стреляет. Ты его в тупик поставил. Чё-то подвис, Васёк, малёк. Просто я думаю, нахуя это сделали. Конструктора, блядь. Не надо думать в твоем положении. Ну и зачем я вставил? Намотай. Во, да, мотай, мотай. Но... Подержи, малёк. Придержи в другой конец, чтобы замоталось. Да, вот так. Мотай, мотай. Чёрт. Да намотай. Руками проще это сделать. Намотай руками. Наверное, не ту сторону мотаю. Какая разница, ты можешь ее вытащить потом. И перевернуть. А на другой конец тебе тоже надо что-то привязать. Или ты просто веревку сюда? Веревки будет достаточно. Дети бы убрать. В натуре бы она взяла просто это смахнула типа, туда, в мусор. Все, что он собрал. Вася бы плакал. Я побежал бы сзади. Скрипело. Вернуть. Так ты в конец должен что-то намотать. Ну я хоть маленько подла. Да все, 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 успокойся. Я спокойно. Да мы видим. А, во, вот эту тему. Ты же сумасшедший. Открой клешню.